Я здесь. Я никуда не делся. Не умер, не ушел на покой. Я, как и тысячи лет назад, нахожусь среди вас. Я смотрю на этот мир, переполненный злом. На уставших от горя людей, кричащих, что Бога нет. Они отвернулись от меня, закрыли глаза и говорят, что меня не видно. Включили в наушниках шум и спрашивают, почему меня не слышно. А я стою и стучу в их двери. Каждый день, каждую минуту и в каждую ситуацию их жизни. Неустанно. Почему ты не хочешь впустить меня? Я здесь, я рядом. Я вижу твои страдания, слышу немой крик о помощи и ощущаю твою боль. Ты страдаешь, потому что так много грешишь. Ты поступаешь плохо даже тогда, когда совсем этого не хочешь. Ты ранен грехом, гневом, злостью, раздражением, недоверием, малодушием, предательством. Поэтому я и пришел на землю, чтобы дать тебе новую жизнь и новую надежду. У твоих грехов была цена – смерть. И я заплатил ее за тебя. Я умер, чтобы ты не погиб. Я воскрес, чтобы ты жил. Я стою с распростертыми руками и буду ждать тебя до последнего твоего вдоха.